Неправда, нахуй. Так, следовать. Здесь печеньки нахуй идут, да, получается? Короче, мы были здесь час и 20 минут. Нормально, в принципе. Только собирались долго. 40 минут собирались. Ты говоришь, медвежий король. Ебать, надамажил, как кринж кинг. Ебать, я мощный кот. На милики, ебать. Ну и хорош. Похуй, ну пивной, бир, похуй вообще. Ты имеешь в виду разницу в длине произношения, что ли, или чё, блядь? Ты меня наебать решил? Тут уже этот, хилый подходить, тут уже больно. Да я бегу. Ёбаный рот, ну, да ну я, сука. Да, короче, даю вихрь рыцарю нахуй, иначе вам всем пизда скоро, блядь. Давайте нахуй. Левичка нахуй, левичку захиливаем, не умри. Сейчас вихрь пропадет за таунти рыцаря. Рыцарь за таунти. Сейчас мы все сдохнем. Короче, рыцарю похуй, он идет. Вот, зафиряйте, молодцы. Я не хочу сдыхать, нахуй. Давайте играть нормально. Эршама бьет моб, нахуй. Ну что за залупа? Я вахуй. Оркестр, нахуй. Блять, вы... Я вахуй в тубе выйдет, он, блядь. Чё смешного, сука? Я хуею, нахуй. Ебать, вы кринжовые, нахуй. Ебать, там воды в толкан, нахуй, за сумму. Короче, куда какой толкан, нахуй? Там у тебя эхо, пиздец, какое-то лютое было. А, эхо? Не знаю, у меня не было ничего. Реально. Не, ну, два. Это не у меня было. Такой сидит, нахуй, играет. Не-не, это не у меня. Может, за окном что-то там случилось? Не знаю. Парни, я вас спасу, нахуй. Кто? Может, это кто-то в Дисе, нахуй, включил, блядь, толчок зашел, нахуй. А чё вы ржете? Я думаю, от того, что мобы вас чуть не разъебали, нахуй. Поэтому ржете. Да не, бля. Я понял, нахуй. Не, я не слышал это реально ничего. Танки тут? Потому что у тебя было. Что было? Не понял, не понял. Эхо прям охуенное, блядь. Ты знаешь, как это, в Скайриме эти седобороды или кто они там? На, Андрей, МК, короче. Я не играл в Скайрим, нахуй. Я не знаю. А вот, короче, как Давакин орёт, нахуй. Ага, ясно. Ну, я не могу себе скинуть, понимаешь? Ну, понимаю, да, но если я, понимаешь? Понимаешь? Я понял. Ты понял, да? Че я не могу эту хуйню схавать? Знаешь, как у нас директор? Я сейчас разрешу все тихо. Ладно, сейчас я решки-то и лучше похавать. Дайте тактика с полю. Знаешь, как у нас директор в школе говорил? Сейчас, тоже понимаю. Он говорил, как? Теперь вы меня поняли, да? Ну что-нибудь объясняет такой, и такой говорит, теперь вы меня поняли, да? И потом добавляет, и все тогда будут радостны и счастливы. Вот он так говорил. Реально? Мне кажется, так надо добавлять после того, как тактику на синдру рассказываешь. Блин, Войт, а чё мы это не по стандартной тактике бьём? По какой? Кубов? А, съебаться вниз, типа, да? Съебитесь вниз. Долбоёбы, да? Нахуя? По такой тактике ты имел в виду? Да. Ну, видишь, сегодня пула двух пачек трэша не происходит. Наверное, еще все впереди. Ну, надеюсь, что нет. Мне жопу рвет. Да ты орешь кошку только что, да? Сегодня я мобов пуляю. Это нормально. В смысле, ты, я за шаг третьего был. Остальных не успел. Я дал МК этой мрази, а он АФК стоит. Вообще охуел. Носову кидай. Ну я так и хотел. Ты пуляй лево, ну, поехали, или право. Ебаш. Он про собой говорил. Ой, рослого бьем. Самый высокий моб. Рослый. Видите, нахуй, да? На нахуй. Откинул в трэш. Ура, нахуй. Давай гнев небес сразу. Контрольте эту всю залупу. Блять, смотри, сейчас минус рейд, нахуй. Давайте войско, все ДК, левичка, войско быстрее. P4 нажми, ну сейчас сдохнешь, нахуй. Вы хотите сдохнуть? Я вот не понимаю реально, блять. Давайте быстрее контроли. А кто это спорил? Да, откинул. Нареслин, нахуй. Вот поэтому, поэтому... Командир откинул его в центр. Поэтому вам и говорят. Меня, оверкил. Бегите, блядь, вставайте. Хильте меня.
Поэтому вам и говорят, нахуй. Съебитесь вниз, нахуй. Вы улыбаетесь, думаете, все заебись, нахуй. Вот вам, пожалуйста, нахуй. Не про контроллер, тебе минус ИП, нахуй. Бомжи. Пора. Бомжи, блядь. Хули, весело. Назад. Вас в портал вообще пускает? Один левичка танк живой, нахуй. Каплю по нему реслин. Бабл на себя, блядь. Гнев небес, нахуй. Стан. Зафиряй какого-нибудь моба, блядь. Фанатика. Его сейчас разъебет. Пристена зубы, блядь. Массакру хулипал. Хильте его, нахуй, как не в себя, блядь. Иначе, блядь, пизда, нахуй. Он умрет, мы все поляжем, блядь. Я в холли присте его захи... Это великая, нахуй. Хули, хули великая. Дух на него кидай. Да, дух уже сломался. Бля, бой, я не могу ЦНП. Ты телепортироваться не дает, да, он? Какого там оба? Да, пускать. Мы подходим уже. Вот этого... Спокойно, Орел, спокойно. Командира, короче, завихрял, чтобы не откидывал лишний раз. Слушай, Войт, ты не хочешь власть забрать, нахуй, Кирилла? Может, ГВМ будешь? Чё, с ума сошел, что ли? Чё? У меня своя гильдия есть, блядь. Ну, давай еще здесь будешь. Да я ебанусь, нахуй. Че? Мне делать слабый? Ну если ты будешь я помогать. Тоже был или какая-то там твоя гильдия. Если ты будешь помогать, анонсить, типа. Отбежали вправо, отбежали влево, то тогда я еще подумаю. А надо, да? Надо, да, конечно. Ну, блядь. Я же не справлюсь. Это слишком сложно. Ну давай, давай. Да на самом деле нихуя сложного нет. Самый сложный босс, наверное. Джайна, где надо смотреть на свои дебафы, отбегать от лучиков, как на собаке. Это очень сложно. Это не все могут. Метеорчики закрывать там. Метеорчики, это вообще жестко. На первой фазе там это портальчики. Чу-чу. Вообще Джайну ни разу не делал хейт. Купол там. Купол, что я подобрал, ну. На ютубе. Купол там, бля. На ютубе посмотри, у меня запись есть. Я там за танка играл, за Милика, за РДД не помню, вроде не было. В любом случае видосы это не то. В смысле не то, блядь. Ты открой, посмотри, сколько там, блядь, усилий, блядь, вложено в то, чтобы это все разъебать. Рыбу. А куда делся холи щит? Заходишь? Холи щит. Типа на актуале в 5 танков били. Сейчас пропал интернет, она... выясняю, мои стороны трапы. Сейчас будет провали. Сильнее, чем тогда будет, если ты не знаешь. У него интернет пропал. Там пофиксили. Он 5 минут нет. Поизменяли его. Уроны и всякую хуйню. В общем, она сложнее. Мы даже там в Т5 апнул там в 90-х этом левелов пришли один раз и ну пару раз пизды даже получили. Прям нормально так. Но она так, сильная, но да. Она сильная. Я арнул она будет этого, очень она. Сильная. Очень сильная. Ну посмотрим, на какая она будет здесь. Рыбу, Рэл. Секунду, Афика. Рэл. Ебать, я арнул. Да ты заебал, нахуй. Ну рыбу надо. Сейчас, нахуй. Ну рыбу надо. Па. Где холич? Да, у него нет пропал, го без него. Я выправлял. Ага. Да, успеем, принцов, ему тут нихуя не надо. Давай, давай. Давай, давай. Дуплозавр. Ебать, как ты такие ники придумаешь? Дуплозавр. Ебать. Ну все, это. Дуплозавр, ты готов, блядь? Дуплозавр. Сука, сидит, смотри. Чилит. Похуй, короче, на него. Давай, дай отчет. Похую. Заебёте, блядь. С вами хуй пройдешь за 2 часа, блядь. Получается пиздец. Получается вообще, блядь, вахуй. А кто кого танчит? А я танчу Талдорама, кажись. Я понял. Спредаут, говорят, спредаут. Быстренько спредаут, блядь. Рассосались. Где спина ебучая, на? Нихуя, кинетика падает, смотри-ка. Вот подобью. Какая спина тебя интересует? На танка? Спина Волонара, блядь. А, я понял. Кинетик падает. Ну, кинетика не нахуй, милики бегут к сове, чё за хуйня, ну блять, откинули нахуй. Как и кинетику теперь бегут? Я тоже. Я стоял одинокий, никого не. Вообще одинокий, блять, одинокая сова, нахуй. Да, блять, мне так же. Зашли ебучие милики, блять, толпа, нахуй.
А мне в РДД зашли. Кинетику мешают бить. Пойду луну побью, квадрат там держите. Короче, даю звездопад, держу три кинетики сразу. Внимание, блядь. Смотри, просто кринж. Подбиваю одновременно, блядь. Я в ахуе, блядь. Я бы своё пиво выпил. Да, так я выпиваю, блядь, правой рукой. Левой дамажу, правой выпиваю. Хорош. Я бы и шляпу за такое бы снял, нахуй. Какой Геру? Давай, Геру, похуй. Там еще квадрат поподнимайте, я сейчас по луне пару тычек дам. А, бля, сферы. Все исчезло, нахуй. Похуй. Еще кинетики появились. Нет, а то, что у левички там сферы ушли, а ему. А, ушли. Ну и похуй. Сдохнет, да и похуй. Еще раз начнем. Хули. Падает, падает. Листья, да? Луна падает, луна исчезла уже, похуй. Все, заебись. Еще кинетика, нахуй. Сентябрь горит, блять. Ебать лезь это любит, Милхамта хуярит. Смотри, блять, как три кинетики просто поднимаются. Нихуя мы работаем жестко, ну. В Герри бы так медленно падали, ну. Сбегитесь от остальных, дубовая кожа. Это на нахуй. Звездопад. Кинетики подбиваются. Убись. Пойду крестик подобью. Далековато он что-то. Fucking OG.co. Suck my dick. Дрин, водка, плей, водка. Гандон переапанный. Блин, спасибо. Надо линкануть, да, на эту чумку, да? О. Там XXXXXXX темпо. А я думал XXXY, ну это как Brutality в Mortal Kombat, знаешь. XXXY, ну. О, бля. Асати, ребят. Я до сих пор помню Brutality, но Noob Saibotana. X, X, C, A, B, C, Z, да? Или как там было, нахуй? X, C, A, B, C, A, B, C, Z, A, B, C, Z, B, X, A. Не, нихуя. X, C, A, B, C, Z, X, A, B, C, Z, B, C, Z, нет. Нет, без X. Наебали тебя. Открывай читы, нахуй, и проверяй, блядь. X, C, A, B, C, Z, B, C, Z, B, X, A. Нет, X, C, A, B, C, Z, X, A, B, C, Z, нахуй. Ассалам алейкум, блядь. Не, нахуй. Ну, блядь, кринж. Что, это только одно бруталити, что ли? Да. А ты знаешь, на кого это бруталити? XX, BB, ZZ, CC, AAX. Это на Люкангана. Нихуя, наебали тебя. Это на Сектора. Ну я только, наебали, я только это помню. Я раньше все помнил. Вы же раньше помнили, блядь. Хули мне, блядь, сейчас 32 года. Нихуя не думаешь, ну, помню? Вот так я открывай. Я блядь, в 15. Ну... Наверное, в 14 лет играл последний раз. Ну, так открывай. Тебе Славян сколько лет? 30. Так открывай книжку, учи нахуй. Такую хуйню нельзя забывать. А знаете, что значит код? А, Б, Б, А, А, Б, Б, А. Это Маладина вечная жизнь. Получается, ты малолетка, Славян? Да. Я тебя понял, нахуй. Какая малолетка, нахуй? Малолетка. Непростой. А чё вы слегли, я вообще не понимаю. Чё вы сдохли? Да бля, крутануло, блядь. Чё крутануло, да. Нахуй? Вы просто хуярите танки, ещё агру не набрали, вы хуярите, блядь. И лежите, да. Лежите как бомжи. Мы так хуй за 2 часа будем успевать проходить. Ну там за мной моб бегал чуть-чуть долго. Блядь, надо до 2 часов бежать. Осталось нам ещё бежать больше, минут. Чем нас резать. Вот именно, что 30 минут, нахуй. Ещё синдру бить, ещё вальку хилить, нахуй. Ну жестко. Нахуй синдру это было. Мы вообще... У меня фласк на 2 часа, я нормально. Мне, кстати, через час поя, но я... Нихуя не понял. Чё у тебя там через час? Ой. Pass of Exile. Ты такую хуйню не произноси, тут такое не любят. Ну да, это нормальная игруха, блядь. Через час доставка? Новая лига, блядь, через 55 минут, ну. Машите, что ли, на? Не знаю. Пиво, я хотел, я в Diablo Immortal играю. Ну это пас получше будет, потому что... Это же гризделка. Пас лучше Diablo, на. Это же зайти и час в очереди сидеть будешь. Это же гринделка все, да? Это же хуйня. Ну ладно, а ты сейчас во что играешь, блядь? Я хуй знаю, ну Вовка получше, чем гринделка любая. Ну, мы тоже тут гриндим, что-то. Вовка та же гринделка, ну, как сказать?
Конкретно Сирус я бы не сказал, если честно. Сирус и есть гриндил, ну, задрачиваешь один сначала остров, потом полгода задрачиваешь. Как оно все реализовано вообще, типа. Так зато можно типов похуесосить, вот допустим кто-то упал на боссе и можно его похуесосить, нормально же. Соберите тактик, мне сейчас вот, ебал. Это немножко разные игры, чувак. Ну, типа, ну да, Диаблоид, там... блядь, с ММО сравнивать, ну... Не, ну, я не шарю, а там вот... Ну, прикольно, мне нравится игра. Ну, а там также типа, можно в кооперативе, да, заходить? Это смесь Варкрафта и Доты. Не, я понял. И там вот ты заходишь этим героем, нет. И там вместе можно бегать с корешами, там, да? Можно бегать, да. Можно, но в основном все в соло играют. Ну, можно и корешами даже. Напишите там, название игры. Типа, кореш нужен, там же эти акты надо, эти ады надо проходить, например. Напишите название игры. Ты не можешь их пройти. Pass of Exile, блядь. Там надо... Pass of Exile, я так слышу. Ой, ну или Диабло. Через надо... П. Ребят, надо Коти сумануть. Ну тыкните шкаф, Барбарос, ты единственный лок. О, Хольч вернулся, да? Или мне кажется? Да. Ну, тыкните. Андрей проебал ту СМК. А почему? Хольчики, да. Короче, хочешь? Ладно, смотри, друг, ну, даю тебе. Давайте, тактика. Или похуй на тактику, да? Если кто сдохнет, то сам виноват. Жрите, короче. Это. Рыба есть, котяра? Рыба! Заебали, на вас рыба уходит дохуя, что-то. Да блять, это обнова ебанное аниме. Короче, пока жрите рыбу, давайте тактика. Короче, присты все на пули, нажимаем на себя антифир. Потом перед вторым фиром обновите. На первой взлетке будет читать гимн на ХП пристена Угдотка. На второй взлетке халисит Владыка. На первой взлетке даст прожимку Левичка. На второй взлетке Чью. На первой взлетке, короче... Холипал. Чили, поставь шамана, хватит креста. На второй. А на второй сейчас поставлю. А на второй взлетке, короче, этот, как он называется, блять. Кросси, холипал, добавишь массакру на второй вихрь. Чучек на пул. Шаманы, тотемы, трепета поставьте. Кто боится. Похуй вообще. А кто боится этот словить, как он называется, эфир, бегите к центру, там с вас, может, масс диспел дадут. Даю макрос. Ваши. Чё за хуйня, где мой ДПС? Меня в жопе, блядь. Не хули чего кушу. Пакт, парни, пакт. Пакт, 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 ага. Прикольно с укусом пакт сносить. Сейчас смотри, тени еще на тебя кинутся, нахуй. Это да. Стервей. Если вы быстро падаете, ебать. Да, да порезанная хули. ДПС все хорошие. Да ебать холич, сука, скелетик маленький, нахуй. Или увидел. Ты заебал этот пакт. Сейчас еще тени на тебя кинутся, нахуй. Кринж. Че, кусай холича, нахуй. Ладно. Ну, куси кота по фану, блядь. Я надеюсь, вы видите там сами людей, да? То есть, ну, состояние их найти. Без вот этих, там, встретимся в квадрате, встретимся в кресте, блядь, без вот этой залупы. Встретимся, блядь. Да, ну, типа, блядь. Смотрите, там вот лужа, да, слева. Вот. На взлетке немножко от нее подальше съебывайте там метров на 30 нахуй, чтобы в нее не забежать, блять. Букву С налить, блять. Следующий лужи несите направо с мелизоны, блять. Или с ДД, то назад, в край самый. Вот, серьезный. Вот, пойдет. Эта комната вся в говне, блять. Ну короче, сейчас пакт и... Бля, я не знаю, это пранк какой-то, да, блять? Да. Я же говорю, пранк. Вот сейчас смотри, тени будут по-любому на тебя, нахуй. Смотри, блядь, тени. Ты умрешь, нахуй. Три секунды, смотрите. Вот эти тени надо задиспелить, присты. Точно, задиспелите человека, заходите. Вот смотрите, тессер, хант, нахуй, видите? Он может сдохнуть в луже. Пиши центр, Андрей. Андрей, пиши центр. Да, поэтому дайте ему вот отличный диспель. Сейчас укушу, сейчас укушу. Все, разъёбываем. Пожимаем дубовой кожей, друиды. Захиливаемся. Идите, блядь. На, нахуй. Стояли вместе, да? А холич с укусом был, кринж?
Да. Я в ахуе. Резать? Серьезно, ли Реса и Холича? Чивава Милфханта. Я в ахуе просто, блядь. Не знаю, нахуй. Каску лапу пристабав по ним. Че, я Барбароса кушу. Я не знаю, где он, я не вижу. Барбарос, ты где? Там на взлетке хоть бы тучки отдавали, блядь. Ладно, я ханта, слышишь, Андрей, я ханта укушу, можешь там? Андрюх, по фану укуси. Чисто, я подошел. Четыре укуса вместо четырех, нахуй. Два укуса вместо четырех. Охуею. Ладно, сейчас... я шапа укушу. Сейчас должно быть 8, а будет 4, блядь. Лол, кота укусили. Короче, сейчас после пакта будут тени роящиеся. На эти тени надо будет. На эти тени надо будет дать антифир, точнее диспел. Вот тессер опять, дубль 2, блять. Сдиспельте с него обязательно, пристыть на вас антифир уже должен быть. Сейчас босс последний раз сбегается в центр. Все сейвы даются. Все оставшиеся гимны на хп. Тессеру. Тессера нахуй. Никто не диспельте. Бля, идите нахуй. Сейчас умру, блять. Давайте фул прожимки. Дал вам сейф. Отхил. Гогеру. Что-то Холича не хилит, ранжа что ли не хватает? Гогеру. А да, да, да. Да давай, Еру. А когда ты дашь? Похуй, откатится. Похуй, давайте, конечно. Разъебаем. Сейчас на Вальке не хватит. Да, до Вальки откатится, нахуй. Не укусит, тут лох. Смотри, я, блядь, через тени перепрыгнул, нахуй, ты видел? Да не знаю, я проклятый какой-то, сегодня все на меня, нахуй, кидается. Ебать, щит первый раз вижу в этом дропе. И блевота, ебаные, и пакты, нахуй, блядь, и мама, нахуй, в жопу мне дает. Ладно, промолчу. Тут про маму... Да, про маму лишнее. Пошли. Так, давай, пока вы эту парашу бьете, я разролю эту парашу. Давай эту парашу я разролю. Так. Что у нас на повестке дня? Вот эта хуйня надо кому-то? Сразу на распыл откладываю, короче. Что это? Истерук за лупа. Надо никому. Так, ДС я забрал. Поезд. Смотрите поезд, по-братски. Вот эта хуйня надо кому-то? Нет, поезд. А какой? Я не ебу. С профа, что ли, который? Сейчас до него дойдем еще. Так. Дуплозавр, нахуй. Ты чё, Энх, что ли? А он... Не, это я прав. Кастом по 5. Слышь, Кана, дай иннер, пожалуйста. Ты на кисти рук, да? Не, я посмотрел, у меня ж эти есть. Забей. Так, Милфхант, ты да на вот. Поезд, да? Всё. Сетовский. Ага. Колечко, РТ-шновые. Так, Милфхант 10. Так, вот это параша. Надо кому-то? Да. Так, следующая параша. Надо кому-то? Хорошие кисти вообще. Вообще я в ахуе, блядь. Где мой шаман? Дуплозавр. А ты как? Второй раз. А, ты в четвертый потерял. Я вью там уже. Тебя потерял. Так, на тебе эту хуйню. Дальше. Вот это кольцо обоссанное надо кому-то? Мастерство, ловкость. А, блять, это думал РДДшная, которая. Не, это мастерство, ловкость. А эти мне, ладно. Ну, я бы взял нам 10. Так. Бля, меня забанили, нахуй. Чё бля, у меня ЕП нет, нахуй. Ноль. Ладно, я бы взял его на мой... На кафе. Подхильте его, да? За кольцо передаю. Опасная у меня работа, нахуй, передавать шмот, блять, заходить всякое АУЕ. Все, я съебался. Чтобы не напрягать хилов. Пояс. Кто хотел этот пояс? Долг, нахуй. Интересный.
Да, в долг нету ипэда. Давай, похуй. Так, следующее кольцо света. А вот это да, вот это. Вот это да. Так, пристена. Так, где ты стоишь, блядь? Я сзади. Левичка, тебе нужно это кольцо? Всё. Так. У меня такое говно с хостой. Дальше. Вот это надо кому-то, грудак. Эрдрух и приз. Или на распыл нахуй. На распыл нахуй. Тогда вот это надо кому-то. Тоже на распыл нахуй, да? Так, надо отойти от АУЕ, чтобы хилы не это. А тебе иннер холи пал. Другие иннера тоже позаливайте, а вижу там КД. Ну, чувак еще есть. Короче, угдотка, на тебе этот шмот. Распыл ты тут. Так, тебе эту всю хуйню. Так, вот это. Еще ДС. Еще вот это. Еще вот это. Ну, я грудь себе остану, может. Оставляй похуй. Хотя, у меня нон-сетка с ТГ есть. Мне кажется, ли у хантов есть такой спел, называется перенаправление? Тоже ну? Показалось, что у них такой есть спел, но потом что-то миф, показалось. Миф. Наебали, да? А, ну и давай последний, это щит разролим нахуй, надо кому-то? Вот эта хуйня. Я на танцмок хочу. Я не, понял. На танка кто танчить будет там? Феникс, Боберсон. Ну, больше ставьте там. Сотку, кто из вас ставит? 20, ну ебать. Ты еще 11 поставь в следующий раз. Подожди, у нас же Кросси не в гильдии, может пусть ролит. А, он в гильдии. Кросси что-то говорил, что мейн протопала хочет ролить. Может Кросси отдать? Подождите, вы все на офф ролите, Боберсон и Феникс, правильно? Если у него мейн протопал, это ему уходит, конечно. У них это офф спеки. Вот этот аманийский оплот, он лучше за счет этого, как он называется? За счет сокета. Да, я говорю, что... Ладно, на... Да им нахуй эти щиты не нужны, дай ему, они никогда танчить эти. Все, это вообще просто красивый щит. Все, Кросси отдал они тогда. Не танчили ни разу и еще. И да. Вряд ли будут. Ну у этого хоть спектанк. Дай новенькому. Я отдал. Баратанки. А Кросси шел танком, просто на скиллов нет. Это самое главное. Я сейчас это пару минут отойду. Смотрите, самое главное, когда Вальку убьете и останутся два моба, не заходите туда наверх, потому что запустится босс, будет вайп. Добейте сначала двух мобов, потом уже можно заходить, а то будет босс запускаться. Сейчас минутку отойду. Это зломано. Потом перед синдромом, потому что сейчас начнется опять эти миллионы вейдов, а рыба дорогая. Похуй, что ждать будем? Поехали без него. Сейчас я подхожу. Не, подождите. Я закрываю эти таблички ебаные. А Холь еще релогается? У него опять иной. Опять дропнул. А где левичка? Вот так заходи. Дайте шкаф. Левички-то нет. Только что. Че только что? А он в аркусе вообще. Вы за счет там. Так, ну этот. Хуй знает, вон рестлин уже впали. Ну вот вам. Этот самый гуси, короче, летай за звездочкой. Не как хочешь, а за звездочкой, вот куда он полетит. Два хпала, остальные три хила хиль теряет. У нас ханта нету. А, через краб есть? Через крабика хиль. А, вот здесь еще есть. Похую, хоть через лок, хоть через крабика. Через что? А он уже стоит краб с квадрата. Арцоу, левичка, вы тут? Блять, алло. Танк, хил. А кто летает? Два хапала. Все, пошли, ебашим нахуй эту хуйню. Зали.
suppressors spawned. Батю ебал. Так, воет тут. Чё? А, блин. Да. Нифига, чё так много подавителей вышло, прикиньте. Это что, специально, один? Специально, чтобы зауешить. Можно было. Ну там 5 подавителей вышло с одной стороны. Это удобно. Охуенно. Исторгающий пламя скелет. Кросси там через частицу и краба хилят, если шо. Кросси надо... Вот, Кросси нам всегда будет обновлять, короче, частицу все время. А ты, видимо, забываешь. Не, он чисто в элитре хуярит. А. Вот я и поэтому и сказал. Сверху за жирным исторгающим. Вот спец. Да еще два раза, наверное. Там вы найдете спасение, герой. А что, один он летает, да? Че никого не отправили? А, здесь там тоже что-то. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Ну что у тебя стаков больше? Ты что, читер? По-любому читер. Отлично любить. Подавите, как бы съелось. Хуярит. Неплохо. На. Можно захерить. Нихуя, исторгающий кастует, смотрите-ка. Ебать. Жестко, да? Ну да, мы закаленные. Мы закаленные в боях, нахуй, так что, да. Так, истерийного литра срочно. Конечно, да. Конечно, должны захерить, 2% осталось всего лишь. Я, говорит, нас шаман на ФК стоялся весь бой решил. Наверно. Фига, прикол. Сколько? Где ебаный плащ? Пара сапогов. Пара добрых башмаков, пара добрых башмаков. Давайте ебаный плащ. Это в левую и в правую ногу, наверное. Да. Все так и есть. Один шлак только падает, но я маю. Смотрели фильм «Бриллиантовый полицейский»? Да. Вот там, когда он из тюрьмы выходил в начале.
Мужик ему отдает его вещи личные. Такой говорит. Лента. Один ботинок, один шнурок. Это. А, два ботинка, один шнурок, говорит. Что да, за хуйня, что, говорит? Шнурками, говорит, себе там жопу вытирал. Это говорит, нет, говорит, ты что, говорит, со шнурком будешь делать? Открой, говорит, секрет. Жопу чистить, говорит. Тот Лео такой смотрит, блядь. Ебать, угарный фильм. Самая первая кассета появилась на моем личном DVD. Вот этот вариант у полицейских. Да, одно из первых. Я помню хорошо. Топовый фильм. Нет, именно... Первая кассета. Дерцол. Блять. Я хуй знает, честно, как там на синдре будет. Да, 5 хилов есть, будь в этом, в ретрике. Да выпьем эту синдру нахуй. Да, потому что есть стервей Эрдру подошел. Пошли, чё мы ждем? Да трахнем, трахнем. Пошли в пизду, пошли в центр. Вот, именно вот туда. Трах-трах-трах! Ясно, в мут нахуй, долбоёб. Сам сидит нахуй. Сам сидит нахуй, орешки разгрызает в микрофон прям, блядь. Мут нахуй, долбоёб. Бля ты, блядь. Нихуя ты крит-геймит. Так, я отойду, мне там мазь сделаю. На ране. Ну нахуй вы врываетесь, блядь. Пиздец. Чтоб пойти покурить, сейчас почилить, подыхать. Угу. Курильщики ебучие, блядь. Курите, блять, у компа. Сколько баешка стоит? Хуй знает. 1005. Или ты в ЕП считаешь? Да. Не, кстати, а сколько сейчас запас стоит тканевые баешные? 204. Они всегда прилично стоили. Сколько, 1030? 20-30. Плюс-минус, да. Хуя. Отходим, звездочку сейчас мобы приходят. Напуливайте их, три ханта на этого. Три ханта на двоих ДК. ДК сводите их в центр. Убирайте рунической стойкости 5 стаков. Давайте незыбку по очереди. Нахуй кольцо не даете? Тизер, чуваву. Я смотрю чат просто. А ты посмотри, сколько они дают. Я не даю для ГБ. Чё ты, блядь, паникуешь? Угу. Как надо? А вы как думаете, как надо? НКВДшникам потом это не объяснишь, блядь. Потом уже, блядь. Али, кто там был? КВДшники, они серьезные ребята. Я тоже нидал. Нихуя, колечко. Ну, чувак, ладно, ладно, чувак, прости, прости. Чувак, да, не успел подойти. Попутался, попутал берега. Но остальные... Не, я не успел подойти, то что я... Во-вторых, нету доступа закинуть это кольцо в банк. Такого хуя не дают, непонятно. Я ее только отказался. Не... Да, я хуй знаю, то не вижу. Я тебе это говорю, я просто это, ну, в общем звучу. Последнее предупреждение. Не, я услышал за кольцо, у меня на экране, типа, висит, типа, отказаться от кольца. Отходил. Не знаю, что там. Кто у нас есть? Обратно. В центр возвращайся, спугов нету. Вроде бы. Раз. Да, если бы был бы пук, он бы, наверное, на меня не лучше. Он там в предпоследней ячейке. Боешки. Мне на чё лишь? Чего, да? Ты забыл. Ну, да, в банке я кинул там. Вернитесь в центр, чтоб пауки ровно в центр шли. Только ужас. Вот дуплозавр, он же ж не здесь. Не дайте, не дайте, не дайте. Это вроде как козябр, да? Лоб, да, да, фанты. Или фанты. Да. Лок. Не дайте, не дайте. Это сейчас... Чё за долбоёб сказал? Мут нахуй. Алекс Бэба? Мут нахуй. Ебай, кто фаерманги, кто кидает глыбы на? Нихуя себе на кринж метеоры ебашит. Нормально? Хуёвый ДПС. 70к ДПС. Ну-ка еще раз.
Гляну, какой. Да, но... Ты что делаешь? Да на рандоме как-то прокат, я еще не понял, чего. Ты что его делаешь? Нормально? Вот, вот этот патч метеор не показывает, да? Вроде я не видел. Да, не, она не показывает метеор. Так ты на сурке во хвосте был, а сейчас что, фаере решил? Ну я прошлый КД был на типа фаере. На сурке. Да там одинаково, я не знаю. Но я тоже там 21 часа хуем дал. Арканом не пробовал? Ну, Некс КД попробую. Можно Некс КД, кстати, его реворд тут. Слышь, чувак, а чего вот этот метеор ебаный прокает? Или оно, типа, просто рандомно? Каждые 30 секунд, води. Да не-не-не, я сейчас 2 за 10 секунд кинул. Да, он сейчас кидал пиздец. Несколько штук. Ну, просто зависит, мне прокает. Это зависит от этого, у тебя обратный отсчет идет. У тебя он появился в бафах, и 30 секунд отсчитывается. Да-да-да. Знаешь, на 5 секунд. Ну, я понял, я понял. В принципе, вообще у тебя каждые 30 секунд, ну, хуя. Да, ты можешь вообще там с разницей в секунду кинуть 2 штуки. Я понял. Давай, давай, веди, у меня 5 секунд сейчас будет метеор. 6, 5, 4, 3, 2. Да, кстати, 2 ебанул. Мне пизда. Пока раскрутил, и все пизда. 164, блядь, ебать. Ну, это там не попало еще, блядь. Он в топ 2 ДПС, хоть и мертвый, блядь. Да, блять. А правда. Демоны могут сделать топ-1 и не умереть. Ну, а чё, плане... кстати, Гера не откатывается, да, если мы сейчас зайдем на эту залупу? Она не откатится? Да, должна. А, всё должно, да. Всё должно исчезнуть. Должна откатиться, да, к самому. Бля, только сразу не пуляйте, объясните, пожалуйста. Чё ты хочешь, идее, типа, попробовать? КД Гера откдешивается, а дебаф остаётся. Ты хочешь дракона на ИПЗ ДПСить попробовать, да? Да. А тогда пусть кто-нибудь спекнется в ДД, нахуй нам 5 хилов на дракона. Да, ну, надо в ДД спекаться дохуя. Ща нахуй ПВП ШП спекнуть. У кого там ДД есть? Так, ШП, допустим. Шамана есть у кого-то ДД? ПВП. Это, кстати, в прошлый раз зал ИПЗ дракона, мы же убили его. Да. Добись. Там еще ушли. Холича нет еще, шансов мало, нахуй. Да похуй, тут все равно не работают. ШП бы все равно, да, не задамажили. Ресните, пожалуйста. ШП не дамажит на него. Почему лопнули, она ни к чему не работает. Как коты, потому что, блядь, блиды не работают. Сейчас, сейчас спек не спорим, все. Так, левичка спек. Левичка и не надо. Дайте инр. Почему они работают? А вот кто знает, от скольки... Противников снижается у Евруна, у кота размах, допустим. Рыбу жрите. У всех по-разному вроде. Так сейчас исчезнет, ну ладно. Похуй, заебай надо. Где Барбарос, нахуй? Хулича еще нету, блядь. Кстати, ведь сейчас рыба опять в цене вырастет из-за этой херни. Сколько там челиков это? Из хилов в ДД? Ебать, там рацион красивый. Ну, пристана точно, только в ПВП шно. Слушайте, рыба и так навес золота, вы ее по две штуки раскидываете. Бахата жим. Ну да. Тумору санды, пока ты идешь. Чего? Пол валемит. Поехали. Давай еще раз. Давай по отчету. Барбарос, стой, подождите, Барбарос, беги сюда быстрее, нахуй. Тут надо дракона до взлетки убить. Да, я что-то дам, сейчас он подбежит. Ебать, летит шишка. Жри рыбу быстрее. На коня садись, блять. Пей пиво! Дора, ты готова? Жри быстрее. Чё ты стоишь? Жри рыбу. Да одна рыба, блять, не поможет. Ладно, даю отчёт. Приготовьтесь. 5, 4, 3, 2, 1. Сейчас... Посмотрим, как Пенетра на него. Геру, работает. Геру, Геру, Геру. Алло, блядь. Быстрее. Заебаем. Звездопад не дал, блядь. Вы на ней не сможете ДПС проверить, она умирает меньше, чем за минуту. Мы не проверяем, мы ДПС. До взлетки хотим. Да. ДПС в ПВП-шему, я тебя понимаю, нахуй. Все успели.
Я в ахуе. 20к. Нормально. 20. Да, только холь еще отнять придется. Фришный лутает. Что за хуйня? На сот раз все за замену получали. Тоже. Все что-то похуй было. Так, фир, да. Ну, блять, я маму. Ладно. А, да. А тему надо было ставить. Вот шалава. Слова такого она даже не знала. Лол. Не воровка. Не шалава. Захиливаемся. Сейчас буду жестко пампить фаери. Бля, вот этот Кринж Кинг говорит в Дискорде, такой голос знакомый, нахуй. Ты что, на X2 не играл? Нет? Ой, ебать, рыба не слетела, и Гера не слетела. Там на разбойнике. Ты не ты играл? Там, я знаю, не как-то Бебма или Бебо. Ладно, друг. Так, он чтобы... еще это, вот, у Тасмании в гильдии был, ебать. Чтоб понятно было, ну, вот если вы в кружке стоите, то челик, который стоит в этой, как она называется, в звезде, то у вас не заморозит склеп. Примерно на таком расстоянии. Короче, мы в бок не выносим, да, вы? Ну, если надо будет, я скажу в бок. Там, когда Геру ждать. Ну, просто... У нас же милики может хуярить. Если, ну, нет притяжки. Это самое. Все глыбы в звезду на второй фазе. Да, в сторону скажу. А, кстати, Гера не откатил еще. Ты метку близко ставишь. Ну, типа... Я это уже где-то слышал. Запускаем, пошли. То чё на боссе? Если охота босса бить, то, ну, можете даже на ту сторону босса перебежать, если прям хотите глыбу. Ну, там добежать дольше и как бы тебя там... Ну, зато один плюс... А, ну да, минус хуёво, конечно. Но зато есть один плюс, когда бежишь, ты бьёшь босса одновременно. Да ладно, похуй, будем так ведь. Мы же били в прошлый раз, правильно? Ну да, это самое главное, наверное. Сколько миликом стаков можно набирать? 4, 5, 6. Ну, если ты не можешь скинуть, то да. 6, 6, 7. На второй фазе лучше не рисковать, набирать. Там тоже можно набирать, но прожиматься надо. 4, 3, 2. Беги, малышка, беги! На, что с людьми? Не успели добежать. Вставалку, Арцол. Закройте рот, нахуй. Вставалку юзайте. Метки вниз. Два шамана, Хэпал и Бобрусон. Минус 200 заработали. Тихо, у гробницы всего тут есть. Фрейда по танку можно, нет? А ёбан. Дуплозавр еще минус 200, нахуй. Глыбы бьем. Вы хоть смотрите, блядь, что происходит? Четвертый. Вы сейчас разобьете, я сейчас умру нахуй. Охуенно. Я понял. Это если еще глыбу разбили. Добейте одну глыбу. Так, ну давай. Дуплозавр. Короче, я не буду эту хуйню резать, идите в пизду, поворачивай на рейд, вставайте по одну точку, вайпаемся. Да, ну, это залупа полная, нахуй. Так, давай сейчас разберемся. Три хила от первой же притяжки, это, ну, я на туре кринжа стою. Как это, блядь, синдра работает? Смотри, рожа, это ее спина, блядь. Ну, когда босса держит боком, я не могу. А, в натуре я в лицо бью, но ебать, на. Дебилизм, блядь. Так, Бобрусон. Еще такая хуйня по 400 будет, от притяжки будет минус. Кросси. Кросси, у тебя только сотка ИП бонусных, нахуй.
Короче, я типа ему еще нахуй. Еще глыбу разъебали, а, нахуй. А дуплозавр это квакозябр. Тебе минус 400 вообще, блядь. Там, кстати, мэби кто-то умер от того, что просто глыбу разъебали, где типа человек стоял. Что хуй знает. Это уже потом был. Ну, ты... под конец, да. Это я не давал. Кто там сдох? Ну, что такое? Дуплозавр, вот, да. Почему у меня зависло? Глыбу разбили. Пизда. А это новая фиша. На притяжке, на притяжке они сдохли. Дуплозавр второй раз сдох. Если, ну, если думай, выпивший, да. если, блядь, не протанешься от притяжки, тоже минус, нахуй. Похуй, выпивший, не выпивший. Ну я да, рацион дуплозавра, вторая смерть, это ледяная бомба. Ты про что, Алконфел, говоришь? Ну, ранее, просто хуйня. Кана, если заходишь до вайпа, вот такая хуйня происходит, надо ждать, пока все сдохнут. Пиздец. Я релогнусь, а то пиздец с ФПСом. Рез? Да, прожмите рез. Я рыбу поставил. Уже заходите сюда все, блядь. Телепорт на Синдру есть. Я рыбу поставил. Если вы забыли, не знаю, ребята, нахуй. Если вам в прикол сейчас здесь еще час провести, нахуй, я не знаю. Напомню так, на всякий случай. На притяжке надо бежать от босса, блядь. Куда там их не уходить? Я притягиваю, у меня в транс есть полностью в Синдре, я начал бежать. Чел, куда, смотри, если на босса запустили. Милфхант, ГЦ. Пошли. Пошли, танки минус вперед. 200. Танки да вперед. Уже? Пошли, пошли. Танки, блядь, да тут. Да что это за хуйня? Отводи босса, сука. Я хвостом уже. Гуси ебучие, да похуй. Сейчас он отведет. Давайте играем, нахуй. Чё, как бичи, что ли? 10 раз подряд вайпаться, думаете, будем, нахуй? Давайте играем. Ебанулись совсем, нахуй. Блядь. Нахуй, блядь. Починили спину, кан. Ебать, мемный пул, конечно. Подальше отбегайте, нахуй, за кружок туда, на лестницу, где вон тотемы там стоят, хуй знает. Ебать. Слава богу, нахуй. Хоть не сдохли, нахуй. Таки вот... фридом, ёбаный. Арислин там, кидай фридом. Или кросси, или кто-то, нахуй, вообще поебать. Иди, ставь. Давай, прави, череп прави, пойдет. Побегу. Я не вижу. Перебегите на другую сторону. Бах, мне не спеть. Справа далеко. Смотри, сейчас в конце глыбы надо. Сейчас разобьете, блядь. Все, фул ДПС по глыбам. Вот эту вот центральную, остальные там АОЕшкой. Дамажем. Слышь, Андрей, а я тебе дал МК? Я просто падал сейчас пропикивать. У вас что, у всех ассисты, что вы там метки ставите, блядь? Да. Да. Это же расист вначале рейдер завал. Там как вот четверых минимум ассисты. Скоро притяжка, там готовьтесь. Мне нельзя сдыхать, надо отбежать. Не стакать освобожденку там. Перед притяжкой. Вот отбегаем. Бал на освобожденку эту. Глыбы смотрим. Спускаемся вниз. Синие метки над головой. Вместе не бегать. Вот. Чуть подальше треугольник. Вот, нормально. Подбиваем. Слева вот в левой глыбе падает. Прям в нее? Да, прям в нее. Нормально. По центральной надо уже так не подбиваться. Так, это вроде третья. Угу. И четвертая, готовимся. Так. Последняя. Чуть-чуть правее. Чуть правее звезды падает. Все, фул ДПС по склепам разбиваем. Что у нас там по ДПСу, там по боссу?
Еще раз, наверное, будет. Да ты заколебался освобожден. Давай похилить нормально. Сильно много не стакайте там, когда фаза начнется. Сейчас притяжка, готовимся. 6%, может успеете. Может и успеем. На нахуй. Я дам БР. Хорошо. Сразу инер ему. Не, когда. Дуплозавр, сразу тотем сливай. Первую звезду и сразу разбить. Давайте играем. Уже стаки все прекращайте, стаки Боро звезду. Сразу его разбиваем, милики уйдите оттуда. Лишние глыбы нам не нужны. Параша будет. Сразу его разбиваем. Следующую туда же будет притяжка. Готовимся. Кром остался, милики ушли. Так, не бьем. Немножко подбивайте. Сейчас притяжка будет. Закончится притяжка, тогда разобьем. В сторону отнеси. Ага, вот сюда. Все, стой. Пизда, кота. Стой. Сейчас притяжка. Эту разбивайте. Кота тоже разбивайте. Великий, вот вам окно. Побить босса. Следующую звезду и сразу разбить. Босс. Так, иду звезду. Дубовую прожал. Блять, на мне 8 неустойчивости, да? И щиток какой-то. Я его. Чуть не сдох. Сразу разбиваем. Следующую тоже звезду и сразу разбиваем. Велики отошли. Разбиваем. Так, вроде на следующий притяжка. Да. Следующую звезду будет притяжка. Ебать, что это? Нахуй это ставить? Так, не бейте, скоро притяжка. Не трогайте, не дотайте. То еще разобьется раньше времени. Стервей в сторону. Давай вправо, ага. Че, где притяжка? Вот она, притяжка. Не разбейте. Бежать. Вот эту подбивайте, которая это самое. Побежали бить. Все, фулл ДПС, все в сторону. Чью в сторону? На, ну, нахуй, я тебя резну, я тебя резну. Я дотанчу там, наверное, что-то? Да, ну на всякий случай, нахуй. Вставай, фулбаф, каскулапа, пристабаф по нему, геру. Пристена, давай гимн на хп уже. Ща, дай. Алканфел выноси. За ДПС. Дыхание забил. Два ляма. Давай, владыка, гимн на хп на всякий случай. Ебани. 40 тысяч, нормально. Ебаные часы, блядь. Ладно, пацаны, что по ДПСу? Так, слышишь, вот, я на ханта сейчас зайду. Давай, давай. Так. Я там каток покидаю, Валик, нахуй, все, что смогу сделать на нем. Пошли, наличай, Барбарос, наличай, шкаф там поставь. Так. Блядь, кто там нахуй СМР такой хуярит микрофон? Вообще пиздец. Там номера люблю. На хули? Валька обратно полетит. Стойте, не успеете. Не сагрите только Вальку, сука. Сейчас вижу, она улетит и пойдем. Когда Вальку агрят. Можно идти. Развернется. Короче, сейчас ебанем лича, значит. Покурите сразу, ну сразу минут 5 перекур после лича. Не пойдам, разъепешим и покурим. И в РС купнем. Быстренько, РС-ка там курит 20 минут. Ебани шкаф, сомнем тех, кто там чилит. Барбарос, где ты там? Блядь. Я успею. Валька, не агрься, пожалуйста, я успею. Я успел. А, Барбарос только пришел, блядь.
Арцову где там? Тыкнуться. Так. Давайте в пизду в два танка. Левичка на шаркарях. Чью на боссе там подстраховка какая-то будет. Тебе пришел Симон Арцову? Прием. Да ебаный рот. Кто дышит там? Все, я захожу, я сейчас присуну. Кринч, да ты нахуй дышишь? Да нет, Игорек хуяри. Пристен, да ты дышишь? Это блядь? Что? Это кто? Это он? У меня вообще. Чек на пол. Да ебать, у него камера нахуй. Не, какой пол, суманить. Да ебать, ну заебали, ну давайте быстрее. А, я забыл, что ты заходишь нахуй, я думаю, что за хуйня? Чё ты мне МК не оставил. Как я забыл, как там ЕП ты говоришь, надо ему начислять или не начислять на ханта? В смысле? Нет. Он заберет, ну, отнять ЕП и все. А, ну да. Не, на ханта не надо начислять, типа ага. Просто на мага дашь. Все, понятно. С него снять за шмотку с ханта. Да, я понял. Да, ну, да. Хули, там если никто не ИПшит, то 10 просто снять. А как тут пета призвать? Еще пойдет. Давай проверим, работает. Да работает, работает, мы проверяли же. Бля, я еще не ебу, парня, как тут напуливать, как тут что делать? Да, забей хуй. Там мог два окна вообще зайти. Там два ханта есть, ну, нахуй. Хантом ударить, дохнуть. А, ну кстати, да, мог. А ты еще успеваешь? О, 20 секунд. Да уже не, похуй, не... забей хуй уже поебать. Можешь вообще с обрыва спрыгнуть, блядь, похуй. Да, я там каток, только найду ну его. Да, сейчас. Да, да. Там два ханта есть. Три катка будет, заебись. Да, у нас... Под каждую вальку по катку, нахуй. Да мог, бля, говорю, завтыкал. 5 секунд. И башим. Ладно, буду просто на интуиции кнопки хуярить. Блять, как бить-то нахуй. Интуиция, у тебя есть интуиция? Пиздец вообще. Как у дельфина, нахуй. Чума после заражения будет, смотрите. Может быть и до, нет, после. Так, хулич. А чё, в рейде здесь полети, да? Я в ахуе. Локдотка, 2 секунды. Арислин. Феникс, вы так будете диспелить, это ни к чему хорошему не приведет. Я вот вам говорю серьезно. Сейчас она трэш перепрыгнет, заберет. Давай, вот она перепрыгнула. На каком она сейчас трэше, нахуй? Давай гадать. Потихоньку всех заберет. Пиздец. И будет залупа, нахуй. Нормально. Диспельщики, блядь. Кто диспелил, нахуй, такую хуйню делал? Сначала Эршам, потом я уже. Да вы, ну я хуй знает, нахуй. Мне кажется, это тем чума. Я не ебу, нахуй. Ну убери тотем, нахуй. Там очищение, блядь. Нет, он сам таргет, нахуй. Охуеть вообще просто. Давайте мы быстро переведем. Да мы вообще охуевшие, ебать. И переводим быстро, нахуй, и не вайпаемся никогда. На синдре. Че, я сверки похуярю, гайс. Да, да. А ты комнату осилишь, бегу? Кратос. Да я хуй его знаю. Все нормально. На край пошли. Давайте туда дайте АУЕ, чтобы бурдалаки хотя бы сдохли. Вот те, которые на нем, они там нахуй не нужны. Нужно, чтобы на шаркарях чума убивала быстрее. Еще чутка. Сейчас духу успеем. Они сами откисут духу и бить. Да чума пока перепрыгивает это время. Да и чё? Там один занят на танке. Подхилит его еще. Приоритет, чтоб шаркари умирали. Зачем? Живут и живут. Кому они там мешают в сторонке. Когда Геру потраешь, поймешь. Здесь-то как бы похуй. Ну, трайл. Завели надо. Нормальную Геру, где, блядь, шаркари ебашит. По сколько там? По 40 тысяч, нахуй, без берсы. Под берсой сотка, нахуй. И все, нахуй. Нихуя не сделаешь. Вот смотри, на лича сейчас выберите лича, блядь. Конденсатор чубы. Ну это хорошо еще, пока он будет кастовать там обрушение, блядь. Вот фаза кончается... Секунда, и на нем еще 9 секунд хуйня, это еще нормально. А бывает, когда 20 секунд на нем это хуйня. Трэш умирает вот только сейчас. Так бичи танку.
Все, встаем под спину лича. Сюда в звездочку встаем. Летим в одну сторону, надеюсь. Тропу ханты киньте. Лул ДПС по валькам. Из-под валик сразу разойдитесь. 7 секунд осквернения. 5 секунд осквернения. Милики уже из-под валик ушли. Осквернение. Прям под вальками льешь, нахуй. Красава. Лучше ебать. Я с вальки упал вообще. Понятно, все. Понятно. Лич топчик получает. Сейчас смотрите, будут вальки одновременно с лужами. Растягивайтесь на полукруг. На железную вот эту парашу. Имейте в виду, надо будет станить валик, который это схватит людей на полукруге. Осквернение 5 секунд. Великий из центра тоже на полукруг. Он глыби, там идите куда-нибудь, отходите. Все, выходите. Осквернение. Разливается осквернение, и тогда идем валик бить. Фул ДПС. Валик сюда. Лича сюда веди. Быстро. Стан кружку. Все по кружку в приоритете. По ромбику не вижу нихуя. Ромбик это ДЦ, если что. Быстрее. Ромбик это ДЦ. Бля, пизда. На ТТМ или трапу под них ставить? Тело улетело, нахуй. Я в ахуе, нахуй. Ясно, все три, как бичи, нахуй. Осквернение. На, нахуй. Значит, после заражения стервей ресай ДЦ при стену. Сейчас выйдите из центра, а в центре осквернение, красава. Все, возвращайтесь к лечу, веди сюда, на эту сторону. Сюда, к стове, в звездочку вставайте. Быстрее, на тебе иннер, блять. Хотя бы защиту. Трапу, что-нибудь, ТТМ замедляющий. Опять как ёмный прилетел. Все резли. Ресы реслина прям сейчас. Набирайте рейндж, что там осквернение 7 секунд. Милики вышли из подвалик. Трусики поиграть побольше. Осквернение 3 секунды. Трусы побольше, это опять ДЦ. Ну пожалуйста, я хочу выжить. Пожалуйста. Лича, подведи лича. Ёбаный. Ясно, блядь. Дохильте его заражение. Короче, еще раз. Кто там? Котяра, ты тут? А, котяры вообще здесь нету, нахуй. Его выкинуло. Я понял, блядь. Ну все, так пробуем тогда. Сейчас вальки встаньте к лечу. И осквернение через 7 секунд. Вот схватили валик, их надо бить, если что. Ну так, для справки говорю. Бок стоит, только захильте его. Вот, тут ромбик не бейте, вот эти две вальки бейте. Осквернение секунда, выйдите из-под леща и под валик. Вот эти две вальки надо разбить. Тут летим как бы, блядь. Кто там? Кулипал и сова летит нахуй. И захиливайте ханта нахуй. 2%. Полечусь больше дамага. Еще шанс. Краю. На край готовимся идти. Значит, мастер аур на лед. Массакру от кулипала. Т4 от ДК, давайте. Левичка дашь у меня когда? Так, перепрыгиваем эту хуйню. Гуся захиливаем. Сейчас сдохнешь. 4 хила придется покупать. Дайте иннер кто-нибудь, пожалуйста, есть. Я отдал уже хилу, к сожалению. Так. Иннер кто просил? Хил или кто? Оуджи дотка, это не хил. Я отдал уже тут полностью. Кто может помогать и подхиливать челиков, которые в комнату сейчас будут забирать? Хилов не 5, а 4. Придется попотеть. Будут очень сложные испытания. Если не поможете, то челика заберет в комнату, лич вырастет, убьет танка, и мы придется бить. Без пальца хуйню, не могу встануть. Придется бить это все сначала. Да ничего страшного, сдохнем, начнем еще раз. Не переживай. Не хочу еще раз. Я тоже не хочу. Ну, придется. Надо держать марку, как говорится. Заходим на край, чтобы не упасть в обрыв. Дотаем четвертого гневного духа, не постоим под ебалом. Смотрим, будет жатва, надо захилить челика. Я даже в сове помогу. Барбароса захиливаем. Барбарос, ты знаешь, да, что делать там? Вот, хуярим. Убейте духа. Духа, ребят, убейте. Гневного добейте. Перед лицом не встать, у него левичка там что-то. Перебегаем уже за звездой в другую сторону комнаты, чтобы духи не спустились вам на голову. Осквернение 1 секунда. Так, осквернение разлили и продолжаем идти к лечу одновременно. Прыгаем, нажимаем пробел. Хлопаем духов, кто-то ловит духов. Хорошо. Два танка.
Так, а Барбарос сдох почему-то. А почему Барбарос сдох? А, он вышел с комнаты и словил духа, я понял. Да. Я видел, это было круто. Мне понравилось. И вышел с комнаты и духи. Я тоже так скорее рассказывал. 5 секунд. Перебегаем на другую сторону, уже когда каст начался призыва. Скорее секунда. Не наливаем под лича. Так. Вот отлично, бегите оттуда. Прячемся за личом. Давайте Геру. Наверное, пора уже. Так. Скоро будет жатва душ. Вот сейчас жатва душ, челика забирает в комнату. Блять, надо Феникса прохилить. 4 доллара. На всякий. Я тоже успел ему пару покровительств закинуть. Уже бежим на ту сторону. Осквернение в конце коста. Через секунду будет вот осквернение. Крин, штука, не прыгай, блять. Я подкован в этом дерьме, мужик. Все разъебывается. Бля, я там бью вообще что-то, я, блядь, тут жму нахуй какую-то хуйню. Так, хлопайте. Хлопайте духов. Охуеть. Ебать, Левичка сдох нахуй. Пизда. Пизда рулям нахуй. Все, придется баблом хлопать. Арестин, есть бабл? Выбегаем. Осквернение. Выбегаем, осквернение будет сейчас после коста. С полрейда ошибочно. Сохранение неизвестно на вас, около вас. Еще 4% осталось разъебать. Только чтобы духи в рейд не прилетели. Все, кастуем. У меня сейвов нету, словичка. Половины баблом. Сейвов нету, похуй, тогда будем кайтить лича. Он уже меня бьет. Я прыгну в мишку, если что, буду там нажимать. Да не в этом дело, духи, я словичка. Сохранение. 1% добить. Мужика, сейчас еще каст сначала этих будет. Потом... На мужика прыгаем. Сука. Ой, нихуя, я ее в комнату не ушел с третьей живой. Мне, блядь, диван дали. Жестко. Жатву сбили, блядь. Получается слабый. Получается. А че только все резли сильно? Да че, мы 2 часа и 20 минут, да? Или 30. Короче, 2,5 часа. Да вы собирались долго пиздец. На самом деле. Да. Что движет вами? Сейчас после этого. Ребра тех... запорили 8. Не на локо заходите в РС-ку или. Все пизжи его, блять, в салон нахуй. Похуй, вообще похуй, на кого там будете заходить. Главное, чтобы были танки, хилы. Ну понимаете, да? Чтобы не было такой залупы, что у нас там нету танков или хилов. Это самое главное. Надо смотреть на рейд. То есть, если вы уходите с танка или хила, вы убедитесь, что у кого-то есть танк или хил. Ну вот я и спрашиваю, дуплозавр хил, хорошо. Ну там посмотрим. Может там кому-то что-то надо заролить. Совинная, это, как она называется нахуй? Анрол нахуй, запы нахуй. Даже не, ну не рольте, не нахапала ни на кого, блядь. Забудьте нахуй. Да, за шамана зайти еще один залутать. Угу. Нихуя, у меня не было, кажется, закрытая ссылка. Короче, чё падает? Глора и Тиренос. Давай смотрим. Ого, Гаркус. И Полинраж ГЦ. А кто-то, я помню, говорил, что он не упадет. Все равно. Интересно, кто был такой человечек. Интересно, кто это был. Короче. Факто. Так, ну, короче, я нажму кубик, сейчас если что передам. Че, давай сразу фалик разроли, я пойду. Ты это... ему сможешь передать рейдом? Да, да. Он сможет не подтвердить. Не, подтвердил. Я подтвердил. Так, где ты? Подтвердил? Не, ну разроли его, может кто-то захочет. Не, разроль, да. Черкнулся как надо. Надо кому-то эта хуйня. Блин. За 10 уйдет, а если. А чё мне какая-то залупа вылезает? Ошибка УИ, блять, хуири. Теория, ну, у тебя непонятно, да. Все равно. Даже если было, все равно меньше. Так, передаю. Что писаешь? Ну, Эдик будет рад, кстати. Да, Эдик доволен, наверное. Угу. Так, Аркус тогда сразу. Ну и там две так. Шмотки. С Вали осталось и шмотка с Синдры. Че, никому не надо? На ОФ там, блять. Вот эти солнечные часы.
Так, стервы, это часы тебе. Так, на тебе часы. Короче, там двое тапок на танков, нахуй. Вот это надо кому-то танки. Лево и право, блядь. Ну, дай пока по тапку, блядь. Так, Кром и Феникс тогда. Кидайте обмен, где вы там? Предстану, если что, пошел чай делать. Ты в Долоране? Кто этот? На этот, Феникс, вторую тапку и передай ему Долоран и Бани там, и передай ему. И этому, Крому. Сейчас я вам отниму по 10. Я еще линнул на ханте. Может его типа помога. Вот это надо еще кому-то, последняя хуйня. И где там сейчас тебе на распыл эту хуйню отдам? И ДС еще один. Так, никому не надо. На тебе эту хуйню всю на распыл. Сейчас накину ИП. Серега. Че? Надо побольше сердолик мне. Пожалуйста. Все, перекур там. 5-7 минут чильте, можете кто там это самое в РС-ку улететь. Кем хотите, заходите там, потом посмотрим, если что перезайдете. А в погосте, ну там и сделаешь потом.